Защищать интересы сирот, пожилых людей, инвалидов совместно намерены Общественная палата Якутии и Республиканская прокуратура. Соглашение о взаимодействии между структурами подписано сегодня в столице республики. Документ предусматривает обмен информацией о нарушениях законодательства, прав и свобод социально незащищенного населения и совместную работу по защите их интересов. Подобные документы Общественная палата уже подписала с правительством республики, Государственным собранием Илтумен, Счетной палатой и другими государственными структурами. Мы, Общественная палата, также занимаемся многими вопросами, связанными с гарантиями и правами жителей нашей республики. И очень часто к нам обращаются, и мы часть писем перенаправляем в органы государственной власти, в том числе и в прокуратуру. Сотрудничество у нас идет, но подписание соглашения даст нам возможность более планово работать, периодически встречаться на уровне прокуратуры республики и общественной палаты, доводить всю информацию.